Камера, мотор, поехали. С этих слов кинематограф начинается для обывателя. А вот для будущих профессионалов путь в индустрию лежит через историю. За более чем вековое существование пленка изменилась незначительно. Камеры кардинально. Аналогов люмьеровских в студии, конечно, нет. А вот те, о которых мечтали фотографы и операторы в 80-х, имеются. Десятилетний Леня аппаратуру оценил взглядом профессионала. Как-никак опыт съемок есть. Я пытался снять в школе клип, как мы занимаемся. У нас просто был конкурс. Я как бы больше был оператор. Там была мама мальчика одного, и она там всем говорила, что делать и как. Наверное, где-то тоже снимает. Однофамилица известного актера Лиза Ефремова не снимать, сниматься готова. Девочка уверена, ей по силам добавить в отечественное кино свежую струю. Если честно, кино требует перемен. Вы меня понимаете? Она как-то утратила душевность, честность. Хочется чего-то нового. Что-то новое уже пытались создать на Благовещенском телевидении. Так в 94-м и 96-м годах в местном эфире выходили утренние программы с детьми и ведущими. Правда, заниматься с ребятней тогда было некому. Сейчас преподаватели нашлись. В основном, конечно, мы сами амуркиносоюзовцы, потому что все-таки за 7 лет немножко опыта мы поднабрались, на мой взгляд. У нас за плечами больше 45 фильмов художественных, ну и не считая документальных. Я думаю, мы уже как бы можем немножечко что-то, какие-то свои знания переложить, дать ребятишкам. Итогом обучения станет создание собственного короткометражного фильма. Кстати, попасть в студию может любой ребенок. Занятия проходят в АУДНТ. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город».